Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами баклажаны с кунжутом. Эта оригинальная закуска из баклажанов наверняка понравится даже самому искушенному гостю, ведь она сможет разнообразить любое праздничное меню. Вкусные, ароматные, жареные баклажаны с хрустящей корочкой. Баклажаны нарежем тонкими кольцами. Переложим в посуду и посыпем специями: соль, перец, сухой чеснок. Тщательно перемешаем и дадим пропитаться. Панировочные сухари перемешаем с кунжутом. Разобьем 2 яйца и взобьем их. На разогретую сковороду нальем масло для фритюра. Кружок баклажана опускаем сначала в яйцо. Потом хорошенько обваливаем в панировке со всех сторон. Опускаем в масло. Обжариваем с обеих сторон до румяного вида. Наши колечки из баклажанов готовы. Оформляем для красивой подачи. Как вы видите, такие баклажаны во фритюре приготовить совсем несложно, но получается очень вкусно. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал.